За неделю на дорогах области были замечены: собака, проехавшая зайцем в автобусе, в плацкарте Могилев-Минск ехал мистер Бин собственной персоной, а прямо в центре областного центра запечатлели московское такси «Ласточка», а еще говорят, наши люди из Москвы на такси не ездят. Могилев, улица Пионерская, район кинотеатра «Родина», 8:30 утра. Джип Киа совершает опасный обгон по встречной. Двойная сплошная все-таки. Бобруйск, перекресток улиц Пушкина и Маркса. Крайслер Пацифика выполняет поворот направо на запрещающий сигнал светофора. Раз темно и никто не видит, чего ж не поехать. Город Могилев, проспект Пушкина, 53. Стоянка на газоне. Излюбленное место хозяина шестерки и уже достаточно вытоптанное. Улица Ленинская, 6. С такими номерами можно и на пешеходной улице парковаться. Следующее видео называется «Чего стоим, кого ждем?». Встретились два друга прямо посреди дороги. А вот этот необычный свадебный кортеж замечен в Быхове. Такого еще не было. Проспект Шмидта, недалеко от университета продовольствия. Водитель этой маленькой легковушки создал аварийную ситуацию при перестроении с первой полосы на третью. А ведь дороги сейчас непредсказуемые. Вот в этом случае тормоза не помогли. И даже солнце может стать виновником аварии. Дедушку жалко. Будьте аккуратны на дорогах и не буксируйте снеговиков. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес — рубрика «Автомат» в одно слово — собачка тут.бай.